вам. Лука, 22 глава, с 1 по 6 стихи. Приближался праздник... 22 декабря 2021 года. И стали первосвященники и книжники папу погубить его, потому что боялись. Печь народа. Топится. Пошел уже сатана в Иуду. В духовке пригорела тыква. Одного из числа 12. Дым. И он прекрасно. Пошел и говорил первосвященникам и начальникам, как его предать им. Они обрадовались и согласились дать ему денег. И он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его. Им не при народе. Толкование. Никто не надейся на самого себя, но будь внимательным в своей жизни, потому что имеешь страшного врага. Что за истинный ученик тот, кто воровал опускаемое в ящик? Иоанна 12:6. Таким образом, Иуда принял вошедшего в него сатану и согласился предать Иисуса ищущим его. Ибо это означает, слово обещал, то есть окончательно заключил условия и договор, и искал удобного времени, когда бы застать его Иисуса без народа, то есть наедине, и предать им. Начальниками называя здесь начальников над зданиями храма или надзирателей за благочинием. Ибо римляне приставили некоторых надсмотрщиков за народом, чтобы он не возмущался, ибо был мятежен. А быть может, воеводами названы те, кои принадлежат составу священническому, имели военные должности, ибо, страдая любовью к первенству, они вмешивались и в такие должности. Поэтому и назвал их воеводами храма, быть может, с тем, чтобы чувствительнее задеть их. Лука, 22 глава, 7 по 12 стихи. Настал же день опресноков, который надлежало закалывать пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказав: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он, и скажите хозяину дома: Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, усыпанную, там приготовьте». Толкование. Что Пасха по-еврейски называется Пасек, означает выход из Египта. Об этом многие говорили. И вообще все, что совершалось тогда в этот праздник, святые и здесь снили. Днем опресноков называется четверток. Четверг, вечер которого нужно было заколоть Пасху. Итак, четверток, быть может, утром Господь посылает учеников Петра и Иоанна, одного как любящего, другого как любимого, посылает в чужой дом, ибо ни сам, ни ученики не имели собственного, иначе он совершил бы Пасху у кого-либо из учеников. Смотри, какая бедность. Некоторые говорят, что Господь не сказал имени всего человека и не объявил его, но доводит учеников до дома его по некоторому признаку для того, чтобы предатель, узнав имя, не указал фарисеям дом сей, и они не пришли бы взять его прежде, нежели он установит вечерю, прежде чем преподаст духовные свои тайны. Поэтому Христос спустя немного говорит: «Очень желал я есть с вами всю Пасху прежде моего страдания». То есть я приложил все старания, чтобы нам укрыться от предателя, чтобы не подвергнуться страданию прежде времени, прежде нежели преподам таинство. Для чего же Господь совершает Пасху? Для того, чтобы всеми своими действиями до последнего издыхания доказать, что он не противник закона. Будем же и мы есть и Пасху разумно, будем под ним от услугов разуметь всю жизнь, проводимую в духовном свете, не имеющую нисколько ветхости прежнего предвкушания в Адаме. Проводя поистине такую жизнь, мы должны насыщаться тайнами и Иисусовыми. Тайны сии будут приготовлять Петр и Иоанн, деятельность и созерцание, горящая ревность и мирная плотность. Ибо верующий должен быть пламенным на совершении добра, ревностным против зла и кротким совершающим зло, ибо должно ненавидеть зло, а не делающего зло. Его нужно
лечить, ибо он страдает. Делать зло то и значит, чтобы быть смущаемым от лукавого и страдать злобой. Вода означает благодать Духа, как учит Евангелист Иоанн 7:38-39, а кувшин – удоба сокрушимость и размягчимость сердца. Ибо принимающий духовную благодать бывает смирен и сокрушен сердцем, а смиренным Господь дает благодать. Иакова 4:6. Познавая тебя землей и пеплом, и говорят Иов, ты как глину обделал меня, Иов 10:9. Он будет носить благодать Духа, удоба разломимым и удоба сокрушимым в сосуде сердца своего. Горница – это есть высокое помещение ума, то есть божественные духовные предметы, среди которых он живет и обращается с любовью. Они убраны, ибо у них нет ничего сурового. Но и кривое для такого ума делается путем правым. Как и Соломон сказал, все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания. И мудрость. Это наша обстановка, где мы живем. Слава тебе, Боже наш,